Унікальна можливість долучитись до модельного бізнесу з'явилась у хуйських красунь, адже до міста завітала відома модельна агенція «Ego Models Management». За сприяння Наталії Ворони та Марини Лунченко, Хуз стає справжнім осередком краси, естетики та грації. Для меня это тоже очень большое имеет значение, потому что я очень хочу передать свой опыт, свои знания, свой профессионализм именно тем девочкам, которые этого достойны, которые хотят себя реализовать в качестве модели, хотят получить бесценные знания. Вот. И самое важное, что приезжают действительно те люди, с которыми у меня есть уже свои профессиональные наработки, сотрудничества, и в которых я не просто верю, а которым доверяю и знаю, что с девочками ничего плохого не случится. Потому что для меня очень важно, чтобы любые мероприятия, связанные с красотой, любые мероприятия, в которых я непосредственно участвую, всегда были достойного уровня и имели под собой очень хорошую базу и, соответственно, очень хорошую перспективу. Мы делаем кастинги всегда по всей Украине. У нас очень много девочек с разных регионов, к сожалению, очень мало с Закарпатья. Эта область очень перспективная. Мы хотели бы развивать моделинг в Украине, поэтому ездим с моей коллегой по всей Украине и проводим кастинги. Сюда мы приехали принять участие в качестве жюри в конкурс. Вот, нас пригласила Натали и Марина Лунченко. Вот, и мы очень рады принимать участие и развивать моделинг. Що особливого для молодої людини дає модельний бізнес? На ці питання в ексклюзивному інтерв'ю розповіла Наталія Ворона. На самом деле, кто бы не думал о том, что это так легко и просто прийти и показать, насколько я красива. Самое важное – это самодисциплина и трудолюбие. Тезисно я девочкам стараюсь это объяснить и внушить, потому что я напрямую заинтересована в том, чтобы девочки получили не только какой-то первый базовый опыт проходок, как вести себя на сцене, как себя преподнести, преподать, но и чтобы для них это было уже непосредственной важной ступенью к дальнейшей их работе. Если у них их таковые физические внешние данные и параметры соответствуют для модельного бизнеса, то я считаю, что нужно использовать каждый шанс, достойный шанс и достойную возможность реализовать себя в этом бизнесе. Тем более, что срок работы в этом бизнесе очень короткий. И хочется, чтобы девочки понимали и осознавали, что они должны максимально быть готовыми к тем непростым и условиям работы, и трудностям, которые непосредственно связаны с перелетами, с контрактами, с местом съемок. Да, бывает, что мои девочки-воспитанницы снимались и в дождь, и в холод, и в снег, и на льду лежали. Чтобы девочка, которая осознанно приходит на кастинг, она понимала эту осознанность, что прежде всего она не хочет просто показать, что вот какая я красивая. На самом деле в Закарпатье много красивых девочек, и это очень большая прерогатива нашего края. Я всегда говорю, что Закарпатье – это клондайк красоты и достойных женщин. Цього вечора взяти участь у кастингу прийшло неймовірно красиві учасниці. Я вже давно в цій сфері, я працюю фотомоделлю, працюю в журналах, так само в журналах з Києва, тому що це моє місце, місто моє, і я розумію, що далі йти і мати досвід – це дуже добре. Я вже брала участь один раз в конкурсі краси, де зайняла другу віце-міс. І мене це дуже надихнуло, щоб хотіла спробувати себе в якійсь модельній справі. Може таке бути, що мені вийде. Я хочу спробувати себе в чомусь новому, тому що я ще ні в чому не брала таку участь і хочу пізнати, чи то мені підійде, чи ні. Як подивимося, що буде далі. Як зауважила Наталія Ворона, участь у подібних кастингах та конкурсах краси дають для молоді хороший поштовх у житті. Та можливість самореалізації, закарпатські дівчата найкрасивіші і заслуговують, аби їх краса була достойно відзначена.